Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный салат в форме елочек для нашего новогоднего стола. Готовится он совсем быстро и легко, а смотрится на столе просто чудесно и по-праздничному. Нам потребуется ветчина 50 грамм, полштуки болгарского перца, консервированные кукурузы 2 столовых ложки, измельченная зелень, 1 яйцо, столовая ложка сливочного сыра. В тарелку выкладываем ветчину, кукурузу, перец, яйцо, измельченную зелень, 1 столовую ложку сливочного сыра, 1 столовую ложку сметаны, немножко солим, перчим и все хорошо перемешиваем. На тарелку выкладываем листья салата. На них выкладываем кольца консервированного ананаса. И теперь аккуратно выкладываем сам салат небольшой горочкой. Украшаем веточками укропа, чтобы получилась елочка. Сверху украшаем кусочками сладкого перца. Наш салат готов, можно подавать к столу. Как видите, готовится он совсем легко, а смотрится на столе просто великолепно. Такие елочки прекрасно украсят ваш новогодний стол и порадуют родных и близких. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!